Ну вот сказать в России всем мусульман джихад. То есть ты должен приехать в Сирию, жить среди мусульман, получается, как он говорит, да, чтобы все в равенстве. А заниматься чем? Чего он обещал себя учить? Ну, я сказал, ну я маленький, учился я в автомат. То есть автоматом-то учить тебя стрелять, для чего надо? Ну, он сказал, убить кафирам, убить муртадам, кафирам. Это хак, правда. Это правда. Ты убил правда. Это джихад. Ну, ты собирался ехать, сейчас в джихаде получается, кого-то убивать. Сначала научиться, а потом убивать кого собирался. Ну, он сказал, если ты убил муртадам и кафирам, ошибки нет, да, так сказал. Куно на патарихиске. Всем сказал, русским сказал, русским есть, Кавказ есть, всем муджахиды есть, да? Слушай, это программа.